Автобусы «Метан», возможно, скоро исчезнут с городских линий. Транспортная компания под угрозой закрытия. По словам ее руководителя, предприятие кто-то умышленно хочет довести до банкротства. Группу людей ввели в преднамеренное умышленное ПАП-2 к банкротству для того, чтобы раскупить территории и автобусы по дешевой цене. Автобусы называют народными, а ПАП-2 – социальным объектом. На них ездят в основном студенты, пенсионеры, инвалиды, кто не в состоянии из-за цены ездить на другом транспорте. Так называемые автобусы «Метан» были куплены в 2015 году за бюджетные деньги. Это единственный в республике транспорт, перевозящий людей от Каспийска до Махачкалы и внутри города всего за 10-13 рублей.